Трейдер из провинции Хунань подал в суд на биржу OKCoin. Как написал истец в своем заявлении, он депонировал свои лайткоины на криптобиржу, а на следующий день обнаружил, что его средства находятся в движении без его ведома и согласия. Трейдер считает, что стал жертвой успешного взлома, и биржа должна нести ответственность за происшедшее. Сумма компенсации, указанная в исковом заявлении, составляет $2900.